Это картина открывается при выходе из Хвалевского замка. Вот ворота, через которые выходят экскурсанты. И вот эта вот лестница, спускаешься вниз и выходишь за территорию крепостных стен замка. А тут такая арочка сделана. Здесь должна была быть касса, но она закрыта сейчас. Какое-то подобие смотровой площадки. Но для того, чтобы дать возможность людям сравнить, как оно было в те времена, как велась оборона, всего этого построено. Новострой, новая стена абсолютно. Для того, чтобы дать почувствовать атмосферу той эпохи. Ну и слив для воды по центру площадки, когда шел дождь, вода уходила под вот эту крышку. Что-то подобное видел в замке Мальборг. Все, покидаю Валевский замок, иду дальше.